Страшную находку обнаружил житель Верхней Салды во время вечерней пробежки по лесу. Мужчина увидел мешок, из которого доносились стоны. Сначала молодой человек подумал, что это ребенок, однако позже выяснилось, что там находился щенок. Лапы и хвост животного были связаны стальной проволокой. Очевидно, что пес был в мешке длительное время. На земле даже остались глубокие пролежни. Испуганного щенка молодой человек принес домой. Когда собака полностью поправится, мужчина планирует отдать ее в добрые руки. Собака была истощена. Ветеринар позже сказал, что она не меньше 7 дней пролежала на земле. Проволоку развязал, идти она не могла сама. Я ее взял на руки и пошел в сторону, туда, где машина стояла,